Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, из чего складывается мой личный товарооборот. Ну, допустим, я сегодня утром проснулась и первым делом пошла в душ. Вымыла голову таким великолепным шампунем Hair Expert для ослабленных поврежденных волос. Очень густой, пахучий. И нанесла кондиционер. Дальше мне пригодился средство личное для интимной гигиены. И вот такой гель для душа. Как я его люблю. Он пахнет лимоном, но просто как лимонный сок. Очень густой. Смотрите, как он, какой хороший он консистенции. И очень пахучий. Видно же, да, что я пользуюсь им, потому что половинка здесь. Так, я утром почистила зубы зубной пастой OptiFresh. И пользуюсь вот такой щеточкой. Она подходит для чувствительных зубов и десен. Рекомендую. Так, я вышла, мне понадобился дезодорант. Дезодорант из серии Activate для защиты белых пятен. Пользуюсь я на выбор. Иногда я беру такой, а иногда беру парфюмированный из серии Eclat Weekend. Дальше. Я пошла завтракать, и я выпила первым делом шоколадный коктейль для того, чтобы чувствовать себя бодро, чтобы у меня было хорошее настроение, самочувствие. И обязательно я пью витамины для великолепного самочувствия. Внутрикомплекс для волос и ногтей, для того, чтобы как можно дольше хорошо выглядеть. И в течение дня я пью еще дополнительно омегу-3. Потом, смотрите, прежде чем выйти из дома, я пользуюсь обязательно таким парфюмом. Giordani Gold Essence очень люблю. И наношу в течение дня несколько раз буквально вот средство такое, крем для тела, тоже из парфюмированный крем из серии Giordani Gold Essence, как дополнение к моему аромату, увлажняет кожу тела и еще дает дополнительный аромат. В течение дня в моей сумочке есть такие салфетки чудесные, они, во-первых, хорошо раскладываются, здесь 25 штучек, и они пропитаны средством на основе масла чайного дерева. Прежде чем выйти из дома, я обязательно ухаживаю за кожей лица. Что я делаю? Я очищаю свое лицо из серии New Age для девочек, кому уже 40+. Есть вот такая великолепная серия. Здесь представлено очищающее средство, гелеобразный тоник. После этого я обязательно, после того, как я протерла лицо тоником, я обязательно наношу сыворотку. Сыворотка – это концентрат крема, который усиливает действие любого средства. Если это день, то я наношу дневной крем, если это вечер, я наношу ночной крем и обязательно крем для век. После того, как я провела все эти процедуры, я начинаю делать декоративный макияж. Мой декоративный макияж начинается с чего? Я наношу тональную основу. И после этого, припудривая лицо, снимаю блеск рассыпчатой пудрой серии Giordani Gold. Такая рассыпчатая пудра. Дальше, после этого я наношу корректор для бровей. Я наношу тушь из серии Giordani. Я пользуюсь губной помадой. Румяна, бронзатор наношу. Обязательно крем для рук, крем для ног, чтобы ножки не сохли. Вот. И одеваю какую-то бижутерию. Вечером, когда я прихожу, принимаю душ, я обязательно очищаю лицо при помощи такого массажера. Он идет как для очищения, для глубокой очистки Skin Pro. И в течение дня я также мою руки вот таким мылом из серии «Молоко и мед». И это очень маленькая часть, той продукции, которую я пользуюсь из каталога компании Oriflame. Время от времени, раз где-то 2 недели, я крашу волосы из серии TrueColor вот такой великолепной краской. У меня очень большая коллекция декоративной косметики, огромная коллекция у меня бижутерии. Все просто невозможно здесь показать. Огромная коллекция у меня парфюмов, ароматов, не считая того, чем пользуются мои мужчины. И каждый каталог я на 150 баллов
покупаю для себя любимой косметики. И вам рекомендую. Покупайте, пользуйтесь и подписывайтесь на мой канал. Пока-пока!